У нас, чтобы человек в принципе попал в наш ближний круг, чтобы он стал одним из тех пяти человек, которые составляют как бы сущность нашего существования, нужно с ним лицом к лицу проговорить 200 часов. С учетом того, что мы в среднем общаемся лицом к лицу в течение дня около часа со всеми вместе взятыми людьми, подумайте о том, сколько у вас на самом деле близких людей.